Итак, у нас сегодня 4 января. Прекрасное утро. И мы направляемся в австрийский город Грац, являющийся вторым по величине городом Австрии. Что мы там хотим посмотреть? Сначала позавтракать, потом посмотреть замок, а еще мы хотим гулять там по старому городу, который, по идее, как должен был сохраниться. Пофотографировать немножко. К сожалению, там, правда, никакого озера нет. Вот с рекой неизвестно. Будем искать реку. Усиленно. Австрийские луга – это нечто просто необыкновенное. Потому что вот эти вот фермы, которые вот то там, то сям, на каких-то полянках, делянках, причем, ну вот тут бесчисленное количество, без всяких заборов причем. Заборов же нету, да? Заборов не видно. Но зрелище, конечно, очень приятное. И вот эти еще елки, и снег вокруг. В общем, просто очень все красивое. Дорога сегодня у нас не очень хорошая, она скользкая. Вот, и вот даже сейчас мы едем по шоссе, и с левой стороны вот непочищенный, явно совершенно, что лед прям лежит. Опасно. Вот, поэтому скорость везде ограничена, вот везде знаки висят 60 км в час, там, 70 км в час, 100 км в час.